красная дорожка. Трясет, дрожим, как на танке. После Касимова, да, этого человека? Ну, зато без пробок в майские. Хочешь объехать Москву? Вот такое удовольствие. Это коротает нам, может, часов 5, кто знает. Он пишет навигатор 3-4 там через московскую, через МКАД, все московские шоссе, там съезды. Ехали в обход. Ни хрена не видно, туманище. На обочинах машины стоят без фонарей. Я не знаю, кто-нибудь снесет. Люди ходят. Сегодня вообще все у нас попалось. И лед, и дождь, и туман, блядь, и тепло. Ничего не видно. Едем друг за другом все с аварийками. Давно так не было. Даже себе не фокусируется телефон. Туман. Просто очень сильный туман. Вот сейчас вообще ничего не видно. Все в тумане. Вот, вообще все в тумане. Просто едем друг за другом. Размыто. О, тихо-тихо. Вот поворачиваешься. Видит, что там как-то плохо, да, видит? Может, тоже, блядь, старый. Может, пожилой какой-нибудь. Похож, как я. Да, ребят, что, конечно, в туман это экстремально. В ночи. Но есть лихачи, которые гоняют все равно. Гоняют. Тут КамАЗы тоже. Ночью был вообще туман сильный, не видно ничего. Решили остановиться, 100 километров еще оставалось посредине ночи, потому что мы потеряли очень много времени. Уже сутки почти без сна. Но вот сейчас опять утром опять туман, вот сейчас тут рассеивается. И опять полосуем полосками туман. Где Дима? Где Дима? Ищу Диму. Ты что там делаешь? Золото ищу. Авария, короче, случилась с зимы. Прорыв трубы. Хорошо, что вначале здесь вот выкопана за забором яма. Это вычерпывает воду. Ку-ку. Тут холодно. Скажи что-нибудь. Встали, идем. Встали, идем. На кладбище. Сюда. Питерское. На третий день. Волгу, на деревню, с нашей горы, этот поклонный крест дядя Коля сделал на месте старой деревянной церкви здесь. Солнышко садится у нас, ущелье вон там у нас. Все только-только начинает вот распускаться. Я скончаюсь, там дальше сады у нас, Волга, там Оля ходит, здесь поля,
нас. Тетя. Привет. Привет. Как вам гуляется? Отлично. Красота. Красота. Зеленая и рыжая. Да. Тут у них гнездо, видать. Вон они. Вот. Такая красивая. Они только проснулись, видать. Вон смотри, красивая такая. Вон, смотри. Закат сегодня. Нам сегодня дали жара и пожар, ветер. Дождь чуть-чуть прошел, но... Видишь, стихия, да, ну, конечно. Вот главный пожарник повидал сегодня в реалиях, что такое пожар в лесу. Страшно, ребята, очень страшно. Набережный город Сызрань. Красивое место.
башня старого Кремля, церковь. Сочинитель небылиц, лгун. Он пишет топорик. Ну, топорик, ледоруб. Ну, я не успеваю вообще. Читать. Я читать даже не успеваю. Он на автомате уже. Кайманский. Княжеские палаты, покои. Ну вот, видишь, а ты говоришь, нет, все ты знаешь. Новый какой-нибудь, о чем-нибудь таком, чтобы... А, ну давай, ну давай, хорошо. Нет, догадайся. Нет, да? А, ну вот как ты. Сыра, ну, вот это вот, вот, ну. Сорт французского. Цветет торн.
пошел. Даже тут выросли уже большие такие, лесок целый. Нет, пушков тут. Ну, тут симпатично как-то.